сегодня Матвей. Первый номер. Да, и он держит. В этом году эту планку он держит. И в последнем разговоре, когда мы расставались после последнего сбора, был у нас так, как короткий разговор, что Матвей, не давай повода усомниться, вот ты сейчас первый, но это не так просто это держать, да, этот уровень, это, ты ориентир сейчас для других вратарей, и не давай повода нам усомниться, что ты первый. Он отыграл этот отрезок хорошо, поэтому все идет нормально.